Рита неспокойно. Японцы после Фукусимы никак в себя прийти не могут. А мне сейчас с ними контракт перезаключать. Вот с утра котировки опять падают. Никей 48 соток потерял. А это что значит? Что все плохо? Хорошо это или плохо? Это мне нужно решать самому. Ну, как пригодилась тебе эта японская бульварщина? Толя, это не бульварщина. На самом деле, это одно из самых уважаемых авторитетных изданий в мире моды. Ну да. Да. А ты же вроде как по-японски не понимаешь. А мне и понимать здесь ничего не надо. Вот смотри, что можно сделать из классического кимоно. Вот здесь по крою можно прям взять и перейти в плессированную юбку. Представляешь, как это может быть неожиданно? Представляю. А если... Знал бы, что это такое авторитетное издание, надо было тебе целую подшивку за год привезти. Смогла бы из своих игрушек целую команду гейш сделать. С этими самураями ужинать придется. А может быть, домой придете, а? Я твой любимый ризотто сделаю. Это же с рисом. Японцам знаешь, как понравится? У нас так давно не было гостей. Ничего, обойдутся культурной программой и борщом в Славянском. Там народу будет много. Нужно о многом поговорить. Так что гости в следующий раз. Все, пока. Доброе утро. Приятно. Напоминаю, чтобы ты сегодня не забыла позвонить бабушке. Это очень важно с утра пораньше. Позвоню. Все, пока, позже созвонимся. Оль, ты вставать собираешься или опять на первую пару не пойдешь? Не пойду. Оль. Эй, ну-ка вставай. Давай, мне-то нужно ехать. Ну, езжай, я тебя не держу. Ну, могли бы вместе. Блин, я без тебя что, дороги в институт не найду? И щетку свою забери, не хватало, чтобы ты у меня угнездилась. Можешь на прощание меня поцеловать? Фу, чем ты рот чистишь? Твоей зубной пастой. Выброси ее. И конспект пиши аккуратно, я у тебя перекатаю. А как вы себе это представляете? У вас же дырка на самом видном месте. Ну, хотите, можем заплатку поставить. Почему сразу заплатку? Это же видно будет. Ну, а я вам о чем говорю. Вы бы, прежде чем рвать, подумали, что ли, на таком-то месте. Ну, я же не специально. Послушайте, ну, может, можно что-нибудь сделать, а? Не знаю. Рит, иди-ка сюда. Посмотри, с этим можно что-нибудь сделать? Ну да, я думаю, можно. Давайте мы вам сюда поставим планочку. Только я думаю, что у нас нет такой ткани. Есть чуть потемнее по тону, но это даже хорошо. Это удлинит линию силуэта. Что удлинит? Ну, вы будете казаться стройнее. А, ну… Это меня устраивает. Сколько? Рит, иди принеси материал, утвердить с клиентом. Как вы понимаете, это будет ремонт повышенной сложности. Плюс подбор материала оплачивать здесь. Можете сейчас, можете, когда получать будете. Но я не рассчитывала, что это будет так дорого. Ну, а как вы хотели? У вас новая вещь будет. Но… Да и вообще лень удлиниться. Вот такой подойдет? Ну, вообще я не рассчитывала, что будет так дорого. Здравствуйте. Здрасте. Лер, а можно мы там кофейку попьем, хорошо? Идите, идите. Свет. Ну вы же понимаете, ваш силуэт удлинить – это такая работа. Ну какая тут работа? Проходи, садись. Будет совершенно новая вещь. Ты когда-нибудь уйдешь из этого гадюшника? А зачем? К дому близко. Расписание свободное. Да и работа нормальная. Работа нормальная? Угу. Застиранные шмотки штопать – это нормально? Свет, не преувеличивай. Во всяком случае, я делаю то, что мне нравится, и то, что я умею. Ну, то, что ты умеешь, я прекрасно знаю. И знаю то, что тебя в серьезном доме мод умолять поработать будут. Ты растворимый будешь или… Я тебе 1000 раз уже говорила. Толя вообще не хотел, чтобы я работала. Денег у нас хватает. Зачем? Ну и зачем ты все-таки сюда устроилась? Ну, потому что тебе уже дома сидеть тошно. Твой Толя воспитал идеальную рабыню. Можно уже фамилию менять. Рита Толя. Что, звучит? Ну, кстати, тебе клеймо еще нигде не поставил, да? Я посмотрю. Свет, ну не валяй дурака. Мы с Толей любим друг друга, и нам хорошо вместе. Может, это ему хорошо вместе? Взяли бы домработницу, средства, слава богу, позволяют. Ты бы устроилась на нормальную работу. Толя не хочет, чтобы в доме был чужой человек. И все, Свет, хватит об этом. Ладно, все. На вот, держи. Приглашение на 2 лица в богем. Ой, слушай, это там, где сейчас проходит фестиваль авангардной моды? Угу. Так что бери-ка ты своего благоверного за шкирку и сходите хотя бы туда. Светка, спасибо, конечно, огромное, но ты знаешь, это все как-то так неожиданно, да и Толя сейчас занят. Ну, сходишь одна. Я, к сожалению, компанию составить тебе не могу. У нас с Йоси сегодня визит на историческую родину. Его родители ждут нас на фаршированную щуку. А это отменить, сама понимаешь, невозможно. Ладно, все, я побежала. Кофе пить уже не буду. Ну, все, пока. Так, ну-ка давай дуй домой, сделай боевой раскрас и оторвись-ка ты сегодня по полной. Ну, подцепи ты кого-нибудь в конце концов. Вот только этого мне и не хватало. Ай, ладно, сама разберешься. Все, пока. Здравствуйте. Лера, а можно я пойду? Я сегодня уже все сделала, а пиджак этот я завтра с утра приду пораньше и закончу. Можешь не торопиться. Я ей сказала, что там работа на 3 дня. Зачем? Я же могу его за 3 часа сделать. Затем. Ты хотела идти? Иди. Спасибо. Рита, подожди. Ты должна знать. Традиционный исламский женский головной платок. Паранджане подходит. Хиджаб. Точно. Подождать это не может, ты же только что с собой. Все, тихо. Алло? Толь, тут такая история. Ты знаешь, мне Светка дала на сегодня пригласители на модный показ. Что? Какой показ? На модный. Ну я же тебе сказал, я сегодня занят. И вообще такие вещи нужно заранее планировать, Рита. Толь, я понимаю, но ты же знаешь Светку, у нее всегда все не как у людей. Там действительно очень интересный фестиваль проходит, и попасть практически невозможно. Я бы с удовольствием посмотрела, Ольгу бы с собой взяла, мы ненадолго. Хорошо, ладно, сходите. А когда там заканчивается мероприятие? В 10. Там, правда, еще какая-то вечеринка, но я оставаться не буду, я посмотрю и сразу домой. Ладно, я не смогу вас забрать. Вызови такси. На улице не лови. Да, хорошо, спасибо. Пока. Ну что ты сделал? Ну зачем ты развязал? Я ж так никогда не завяжу. Тебе не надо. Нам сейчас галстук не понадобится. Жена звонила? Да. Врать не надоело? Сколько раз говорить, мы этой темы не касаемся. Ну что ты, мой мальчик, сердишься? Ну я же у тебя покладистая девочка. Тебе же хорошо, я подожду, расслабься. Не нервничай. Нет, мам, сегодня не смогу, ты что себе думаешь? Жаль. А когда ты к нам заедешь? Я уже забыла, как ты выглядишь. Не знаю, мам. На днях постараюсь. Одна будешь? Одна, мам, одна. Все, давай, пока мне пора. Ну давай. А ты своих еще с Максом не познакомила? Еще чего не хватало. Перевец. Слушай, ты не боишься, что он тебя бросит? Ты же его шпыняешь постоянно. Он тебя пошлет скоро. Поверь мне, моя недалекая подруга. Люди всегда пользуются теми, кто от них зависит. А духовная и физическая привязанность, именуемая в простонародье любовью, одна из сильнейших зависимостей. Ну и что из этого следует? Что? Но из этого следует то, что если тебе, не дай бог, в твою пустую головку придет мысль в кого-нибудь влюбиться, ни в коем случае не говори об этом. Иначе быть тебе марионеткой в руках безжалостного поклонника. Уж поверь мне, я в своей счастливой семейке такого насмотрелась. Ты не свисти, у тебя отличные предки. Кому еще из наших снимают отдельную квартиру? Ну не по пунде, да проще квартиру мне снимать, чем мне дома терпеть. Все, пока. Пока. Макс! Привет. Привет. Конспект сделал? Тебе не кажется? А ты сегодня вечером куда? В общагу или ко мне? В общагу. Жаль. А я думала, мы с тобой вдвоем запремся. Вырубим телефоны, ты мне ужин приготовишь. У тебя так здорово макароны выходят. Ну, мне кажется, макароны ты и без меня сможешь приготовить. Ну, конечно, смогу. Но без тебя же это будут уже не те макароны. Причем начать сначала в общаге. Ага. Обычный вариант, да. А, пойдем, тебе давайте мне объясним. Жалко выкидывать пиджак от Бриони. У меня с собой все есть. Позвольте? Да, конечно, пожалуйста. Да бог с ним, с этим карманом. Я потом новый куплю. Но только шов будет внешним, хорошо? Ну, хорошо. Чтобы карман не отпарывать. Ну, если хотите, я могу сделать его фантазийным. Тогда будет выглядеть как дизайнерское решение. Конечно, хочу. Только мне бы света побольше. А это сейчас решим. Сережа, да? У тебя есть фонарик? Где-то был. Сейчас, секунду. Как включается? Вот кнопка. Ага. О, спасибо. Пожалуйста. Ага. Давайте. Вот так пойдет? Да, вполне. Моды. Рита. Очень приятно. Да мне Борис. Я знаю. А вас очень много пишут. Ну, половине не верьте. Хорошо. Ну все, мне пора. Мне это какое-то кино напоминает. «Осенний марафон». Только не надо проводить аналогии. Ну что ты? И не думала даже. Там ведь, насколько я помню, главный герой мучается и терзается. А ты у нас рыцарь без страха и упрека. Мужчина, который точно знает, чего он хочет. Мечта любой женщины. Слушай, любая женщина, что-то ты сегодня слишком иронична. К чему бы это? Просто вспомнила, какой день будет завтра. Интересно. И какой же? Ровно 2 года назад одна молоденькая девушка пришла к тебе в офис. Ну, а дальнейшее развитие сюжета ты знаешь. Да. 2 года. Как время летит. Ну, с меня подарок. Не нужен мне подарок. Останься у меня завтра на ночь. Юль, ну ты же знаешь, что это невозможно. Ну, пожалуйста, ну хоть одну ночь. Это же ничего не решает. Я тебя очень прошу. Я хочу посмотреть, как ты просыпаешься утром, как ты пьешь кофе. Ну, а дальше все по твоему расписанию. 2 раза в неделю и 1 выходной в месяц. Ну, не знаю, не знаю. Я подумаю. Ты за квартиру в этом месяце заплатила? Да. Электричество по счетчику, воду. Показания правильно сняла? Я постаралась. Ну, хорошо. Вот квартплата за следующий месяц. Ну, я пошел. Завтра позвоню. А там посмотрим. Слушай, Стелла. Я Элла. Хорошо, Элла. У тебя есть волк с ниткой или как его? Наперсток? Нет, конечно. Зачем мне? А имя модельера, который… Я помню. Кювье. Это вот это вот платье, которое мне подарил. Честное слово, сейчас покажу. Так, а я хочу вот здесь вот, у меня, наверное, просто Подворье, ты куда? Здравствуй. Я сейчас быстренько ужин сделаю. Поздновато для ужина, ты не находишь? Извини, пожалуйста, я… Ну, там просто немного все задержалось, а я ушла сразу, как только закончился показ. Рита, сколько раз я тебя просил не разбрасывать свои игрушки по квартире? В конце концов, у нас не домик Барби. Ты же знаешь, как меня это раздражает. Прости, пожалуйста. Бог с ним, что ты тратишь столько денег на этих куколок. Хочешь играть в маленькую девочку? Пожалуйста. Но только убирай за собой. К этому даже детей приучают. Ничего интересного не принесло. Хотя, ребята, посмотрите-ка вот на это. Смотрите, смотрите, внимательнее. Вот здесь крупнее. Кто это? Вы узнаете? Я переключу этот бред. Я тебя сейчас переключу. Лично я нет. Как минимум, Лужин этого узнали. А кто вот эта таинственная незнакомка? Ни на одном светском рауте мы ее не видели. Может быть, это коллега по работе, а может быть, это дама сердца. Никита, это ж мама. Какая мама? Моя мама. Кстати, друзья, вот здесь покрупнее, здесь покрупнее. Ничего себе, оттягивайся. Так, поднимай свою кость и иду в универ, мне сложно уехать. Ты что, опять на первую пару не пойдешь? Какая первая пара? У меня мать с катушек сидела, а ты хочешь, чтобы я на парах сидела? Да, давай. Да дай поесть. Потом доешь. Но мне это здание не годится. Спасибо, Люся. Нет, под лофтом годится, а под выставку нет. Но вы что? Так, давайте не будем со мной спорить, хорошо? Я перезвоню. С каких-то пор ты стал интересоваться бульварной прессой? Да нет, уж больно статья интересная. Очень интересная. Ну и кто она? Не знаю. Хотя хотелось бы узнать. Тебе что, было отказано во взаимности? Слушай, у меня что, кроме сексуальных, других интересов нет? Дай-ка подумать. Нет, ну, возможно, есть, только я о них ничего не знаю. Сейчас узнаешь. А… Давай. Работаем. Собирай всех. Люся, зови ребят. Вот смотри. Почему у нас вот здесь? Вот эта картина. А вот здесь другая. А откуда я знаю? Прости, пожалуйста, я поздно из холодильника вытащила, сейчас намажу. Да что с тобой? Ты не заболела? Нет, нет, все нормально, я сейчас уберу. Привет, мамулька! Как хорошо, что ты приехала. Послушай, а как же институт? А, мне ко второй паре. Позавтракаешь? Дома, небось, опять есть нечего? Ну, конечно, нечего. Я без тебя себе даже яичницу приготовить не могу. Так и сижу перед неразбитыми яйцами, пока в голодный обморок не рухну. Самостоятельно ты моя. Здравствуйте, отец. Здравствуй. А что, нелепое лицедейство теперь часть молодежной культуры? Что ты? Я просто пытаюсь соответствовать священным принципам домостроя, принятым в этом доме. Да даже курсовую хочу писать по протопопу Сильвестру. Уж очень мне эта тема близка. Похвально. А что у нас с сессией? Что, в этом году опять будем все лето сдавать? Постараюсь не все. Оля, на факультет, на котором ты учишься, было очень много желающих поступить. Я сделал все возможное и невозможное, чтобы ты со своими оценками в школе попала туда. Поэтому будь добра, соответствуй. Сделай хотя бы вид, что хочешь учиться. Слушаюсь и повинуюсь. С отцом нельзя нормально поговорить? Да нормально я разговариваю. Ты мне лучше расскажи, что у вас там с Лужиным случилось. С каким Лужиным? С таким Лужиным. Мама, конспиратор из тебя фиговый. Давай-ка лишь, что ты там вытворяла вчера на показе. Оля, что ты говоришь? Что я вытворяла? Мы с ним просто разговаривали о моде. Мама, ну просто о моде так, не разговаривала. Ты свои фотки видела? Какие фотки? Где? Да в любом СМИ это главная новость. Кто новая пассия Лужина? И иллюстрации. Мало, поэтому я хочу услышать от каждого из вас готовность по его зоне ответственности. Лена? У меня все готово. Как только будет отмашка, за пару часов пакуем коллекцию. Давид? У меня тоже проблем нет. Работаем с охранным бюро, что и раньше. А что со страховкой? А вот тут не все так гладко. Страховщики совсем оборзели. Выкатили такую сумму. За что? За коллекцию. Можно подумать, это ранний Ван Гог. Да эти картины того не стоят. Хорошо. Что хорошо? Хорошо, что мы им больше, чем обычно, платить не будем. Ты вызови независимого эксперта и объясни страховщикам, что их компания не единственная. Что еще? Ну, поконим? Чё? Пойдем, пойдем. Пока. Толь, глупость какая-то. Что это значит? Я ему зашила пиджак, и все. Что ж, удачное место и время для рукоделия. А с каких это пор ты зашиваешь пиджаки незнакомым мужчинам? О, при свете фонарика. Ну, просто там было темно и… А, ну это многое объясняет. Скажи, а ты действительно не понимаешь, что ты наделала? Нет. Если ты ни во что не ставишь нашу семью, если тебе наплевать на то, кем ты выглядишь, то подумай хотя бы, в каком свете ты выставляешь меня. Толь, ну я же не хотела, а потом это все неправда. Значит так, я сегодня уеду в Сколково на семинар и останусь там ночевать. А тебе за это время настоятельно рекомендую подумать над тем, что ты творишь. А когда я вернусь, придумай хоть какое-нибудь вразумительное объяснение своему поступку. Но я правда не понимаю, в чем я виновата и… Не понимаешь? Это я не понимаю. Чего тебе не хватает? У тебя все есть. Ты можешь не работать, заниматься своей ерундой. Но приключение потянуло. Знаешь что, дорогая моя? Выбирай, или семья, или вот эта твоя богема. Я не могу. Слышите? Я не могу мириться с таким безобразием. Угу. Да. Ну какое безобразие? Такое. Угу. Почему картины нужно отгружать так рано, за неделю до выставки? Потому что неделю займет работа по их экспозиции. Это стандартный срок. Стандартный. Да. А если за эту неделю вашу галерею ограбят? Да. Иван Харитонович, дорогой, все ваши картины застрахованы. Застрахованы? Вот так. Искусство не имеет цены. Никакие деньги не смогут вернуть нам шедевры Александрийской библиотеки. У нас не Александрийская библиотека. В нашей галерее стоит система противопожарной безопасности. А если на картины попадет вода, они погибнут еще вернее, чем в огне. Вот так. Ну, тогда я могу пообещать только одно. В случае утери или порчи картин я лично напишу их заново. Еще даст нам прикол. Но общение с психически неуравновешенными людьми — обратная сторона медали нашей профессии. Да? Да. Это Борис Лужин? Да. Это Рита. Помните, я вам вчера пиджак зашивал? Конечно, помню. И очень рад вашему звонку. Да? А я не рада. Вы что себе позволяете? Вы почему решили, что вы можете порочить человека? Подождите, я не понимаю, а вы о чем? Вы что, решили подогреть к себе интерес у публики? Вы обо мне вообще подумали? А, вы про эти фотографии, что ли? Я к ним не имею никакого отношения. И вы там неплохо получились. Вы еще смеетесь надо мной? Вы… Это та звонила? А. Рита, послушайте. Перестаньте мне звонить, а то я на вас в суд подам. Люсь, слушай, а вызови ко мне Давида, а? Оль, что случилось? Да. Да, Свет. Видела. Хорошо, приезжай, но только я должна в ателье съездить. Давай часа через два. Да, жду. Ты меня искал? Заходи. Да не волнуйся, я же тебе говорил, в этом агентстве надежные ребята, я с их начальником служил в одной конторе. Давид, я сейчас не об этом. А твои серьезные ребята могут по номеру телефона пробить адрес человека? Как у вас говорят, пробить по базе? Да без проблем. Если номер зарегистрирован на этого человека, то через час у тебя будет вся информация о нем. Ну вот тебе номер. И постарайся побыстрее. Хорошо. Это, конечно, не мое дело. Ты что к ней? В гости собрался? Ну, в твоей пламенной тираде есть рациональное зерно, поэтому я тебе отвечу. Это не твое дело. Ладно. Ну, как компаньону младшему брату, я тебе скажу, что я причинил этой женщине некоторые неприятности и хочу исправить положение. Понял? Он же никогда таким не был. Он даже голоса на меня не повышал. А тут… Это же неспроста. Ну что неспроста? Да классику знать надо. С чего это он у тебя вдруг таким отелом стал? Слушай, а тебе не кажется, что он просто хотел на ночь с дома свинтить? Вот и повод искал. Ну, а зачем? Он только что вернулся из командировки. Ой, Ритка, вроде замужем 20 лет, дочь у тебя есть. А мужика так и не раскусила. Они же оправдывают себя этим. Ты дала ему прекрасный повод чувствовать себя обманутым. И это развязывает ему руки. Свет, ну что ты несешь? Ну кто оправдывает, что развязывает? Да любовница у него есть. Да ты с ума сошла. Да я-то как раз в своем уме. Смотри, мужик он у тебя положительный, семью обеспечивает, дочь в престижный универ пристроил. Хм. Для завершения классической схемы нужна молодая любовница. Ну не по баням же бегать и борделем в конце концов. Светка, замолчи. Толя не такой. Ой, да все такие, без исключения. Ну хорошо, вот давай посмотрим сегодня, на какой семинар он поедет. Ты мне что, предлагаешь следить за собственным мужем? Ну я тебя знаю, поэтому я не предлагаю. Я сама все сделаю, а тебе сообщу результат. Дай мне адрес его офиса и рабочий телефон. Зачем? Я хочу узнать, во сколько он уедет с работы. Ничего я тебе не дам. Рита, ты в чем-то виновата? Нет. Ну тогда почему ты чувствуешь себя виноватой? Я не знаю, я запуталась. Ну тогда давай разрубим этот Гордиев узел. Гордиев. Ну, хорошо, Гордиев. Хотя я думала, тут гвардейцы замешаны. Вы штуку не берете, а мне надо объясниться. Знаете что, уходите. Я не уйду. Мне что, милицию вызвать? Вызывайте милицию. Я в протоколе официально напишу, что я никакого отношения к этим дурацким фотографиям не имею. Послушайте, что вы от меня хотите? Хочу объясниться. Это не я, это все убогие журналисты, и им все равно из чего делать сплетни, вы поймите. А вы думаете, мне от этого легче? Вообще-то я замужем. У меня семья. И вы это, наверное, прекрасно знаете, раз вы знаете мой адрес. И я не хочу терять семью из-за того, что у вас какие-то там дурацкие игры. Так я же приехала объясниться. Объяснить вам, объяснить вашему мужу. Простите, вы что, ненормальный? Нормальный. Не, ну справки у меня нет, но я нормальный. А вы как себе это представляете? Вот вы пришли и с порога начали объяснять моему мужу, что мы с вами не любовники, да? Как-то так. Ну, тогда считайте, что вы все объяснили, и всего вам доброго. Ради бога, извините. Можно я взгляну? Это ваша работа? Это моя работа. Вы позволите? Да. Интересно. А много у вас таких? У меня таких немного, вы обещали уйти. Да. Да, Свет. Рита, слушай, тут такое дело, в общем, тебе надо приехать. Свет, мне сейчас не до шуток. Да мне, к сожалению, тоже. Короче, похоже, твой Толя действительно у любовницы. Я тебя адрес. Только поезжай на метро, сейчас везде пробки. Хорошо. Это тебе. Спасибо, милый. Примерь. А на сегодня и завтра мы с тобой уезжаем за город. То есть сегодня тебе домой не надо? Нет. Любимый. Ну, тебе долго собираться? Считай, что я уже готова. Сюда приехал и из подъезда еще не уходил. Слушай, ну, может быть, здесь просто кто-то из его друзей живет? Скорее, подруг. Свет, ну вот вечно ты все придумываешь. Ну, ты-то откуда знаешь? Из надежного источника информации. Пойдем. Пошли. Марья Ивановна, здравствуйте. Ой. Марья Ивановна, я позвонила, все узнала. Будет продолжение, невесту уже снимают. Павел из семьи не уйдет, и ребеночек с Леной еще один. Может быть, мы и доживем? Ну, постараемся, во всяком случае. Марья Ивановна, да? Вы вот подружке моей расскажите, кто вон в той машинке приезжает? Да что ж тут рассказывать. Мужчина, очень солидный, приезжает к нашей Юльке длинной, с 3-го этажа. Ну, уже не первый год. Я так думаю, что дело к свадьбе идет. Хотя он староват для нее. А вот они. Что-нибудь придумаю, я же сообразительная. Ну и скотина же ты, Толя. Место под клеймо себе готовь, пригодится. Рита, подожди! Ну что, милый, похоже, все отменяется. Почему же меняется? Поехали. Но... Садись, поехали. Надо же, какой сюрприз. Ты что задумала, а? Ты мне это брось. Под машину сигануть? Или с моста в реку? Ты что думаешь, я тебе это позволю? Да ни один мужик этого не стоит. Ты о дочке подумай. Света, совсем спятил. Ладно, Ритка, пошли. Ну, пошли. Мужика на коротком поводке держать надо. Вот мой Йоси. Счастлив, как теленок, и я спокойна. А все потому, что я всегда знаю, где он и с кем. А он об этом даже не подозревает. Ну вот смотри. Вот. Секретная военная технология. Здесь находится программка, которая отслеживает, где находится абонент, с которым я сейчас разговариваю. Ну вот смотри. Алло, Ося. Здравствуй, дорогой. На работе задержишься? Да, конечно, конечно. Угу. Целую. Прошу, садись. Сейчас посмотрим. Видишь? В офисе находится мой благоверный. Светка не подозревает, что я обо всем знаю. У меня включена переадресация, один телефон находится всегда там, где, по ее мнению, должен быть я, а звонки приходят сюда. Шифруюсь, как шпион. Зачем тебе этот геморрой нужен? Смысл жить с женщиной, которая тебе не доверяет? Чтоб ты понимал, не доверяет — это для нее высшая степень доверия. Она думает, что полностью меня контролирует, и я ей доставляю удовольствие. Думает, что это правда. Взял бы ее на работу. Меньше бы всякие глупости в голову лезли. На работу? Угу. У нее врожденный порог сердца. Быстро устает, и нагрузки противопоказаны. А просто так сидеть в офисе и перебирать бумажки она не хочет. Извини, я не знал. Да ничего. Мы к этому относимся не как к болезни, а как к образу жизни. Нельзя все время жить и думать, что в один прекрасный момент. Вот развлекаемся, как можем, бей. Водительские права и пробил, а сейчас думаю, надо ли было. Ладно, давай. За Светкино здоровье. Значит так. Сейчас я тебя домой отвезу, ты ляжешь спать. И чтоб никакого снотворного. Поняла? Да поняла, поняла. Если не спится, телевизор посмотри. Ну, книжку возьми, в конце концов, почитай. А утром как встанешь, чтобы сразу мне позвонила. Свет, хорошо. Поехали. До свидания. До свидания. До свидания. Рита! Рит! Иди-ка сюда. Посмотри, что я наковыряла сегодня в пассаже. Там распродажа бижутерии сегодня была. Ну как тебе? Здорово. У тебя прям талант. Всякую красоту на всех развалах находить. Ты еще у меня дома не видела. Я тебе как-нибудь покажу. Посмотри, может быть, и тебе что-нибудь пригодится. Да нет, спасибо, не надо. Точно? Ты же всегда для своих кукол что-нибудь находила. Посмотри. Нет, действительно, не надо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, брюки подшейте, пожалуйста. Угу. И тут у рубашки воротничок надорвался. А, да. Пуговицу заодно пришить. Угу, хорошо. Что уже, и пуговицы некому пришить. В каком смысле? Не ухаживает никто. Всех женщин растеряли. А она шутит. Мы, конечно, все сделаем. Минуточку. Что с тобой? Что случилось? Прости меня, пожалуйста. Что случилось? Ничего. Точно? Девушка. Точно. Это она не про вас. А про кого? Ладно, не хочешь — не говори. Только в таком состоянии ты мне здесь не нужна. Давай ты отправляйся и иди домой. Домой? Лер, я правда не в порядке. Не хочешь домой? Иди в кино сходи, развейся. Все, давай, а то последних клиентов мне тут распугаешь. Ой, спасибо, что подождали. Так, что тут у вас? Сейчас я выпишу вам квитанцию. Угу. Так, брюки, да, ага. Рубашка. Что творит? Ага, пуговицы, да. Ладно. Да, работа-то тут. Так, это что? Дня через 2, да, наверное. Свет, привет. Ты дома сейчас? Я приеду к тебе. Нет, просто дома не могу одна сидеть. Вот, карты Таро. Сейчас будем гадать. А ты умеешь? Я уже неделю учусь. Ничего сложного. Сейчас у нас луна какая? Растущая или убывающая? Понятия не имею. Похоже, растущая. Луне гадать нельзя. Тут редко важна каждая мелочь, понимаешь? А эти карты ты зачем откладываешь? Ну, это так. Некоторые старшие арканы. Ну, смерть, повешенный дьявол. Я их всегда убираю. Без них все равно все сбывается. Зато ничего страшного не ждешь. Ну вот, видишь, маг символизирует весна, молодость, потребность действовать, творческую самостоятельность, веру в себя, мастерство, честолюбие, большая дипломатическая тонкость и способность влиять на других. Да. Все правда. Особенно весна и молодость. Так, ты мне это прекращай. Ты что, в старухе уже себя записала? Давай. Смотри дальше. Вот смотри. Десятка мечей, а тут туз кубков. И дама динариев. Ну вот. Это знаешь что? Это значит, что жизнь твоя полностью переменится. Это я без карт знаю. Может, вот эти еще? Ну, нет, почему? Смотри, а вот если... Так, нашему терпению пришел конец. И вам не хворать. Здрасте. А вы нам зубы не заговариваете? Да. Я? Да и в мыслях не было. Вы присаживайтесь. Спасибо, спасибо. А что вас ко мне привело? Мы же вроде бы обо всем договорились. Мы ни о чем еще с вами не договаривались. Как? Мы же вроде даже и контракт уже подписали. Контракт. Контракт – это только древо, вокруг которого складываются человеческие взаимоотношения. Да. Оригинально. А мы не позволим вам нас использовать. Да. Не получится. Ваши условия для нас неприемлемы, мы отказываемся от выставки. Да. Подождите. Как отказываетесь? А вот так. Мы выяснили, что вы пытаетесь на нас нажиться. Каким образом? Я не обязан перед вами отчитываться. Подождите, может быть, вам просто кто-то предложил более выгодные условия? Это не имеет значения. Послушайте, если вы не выполните условия договора, мы вынуждены будем обратиться в суд, и тогда вам придется выплатить неустойку и компенсировать наши затраты по подготовке. Не надо нас запугивать. Никакое крючкотворство не может встать на пути истинного таланта. Да, а я буду жаловаться на вас в академию. Да, пожалуйста. Да. Только к Академии художеств мы не имеем никакого отношения. Мы коммерческая организация. Оно и видно. Пойдем, Мира. Нам не о чем разговаривать с этими торгашами. Так... Неплохо. Черт, мы с таким трудом вышли на этот Бергский фонд. Первая выставка под его эгидой. Борь, ты понимаешь, что если мы облажаемся, то нам выход в Европу закрыт лет на 10. Это ты мне объясняешь? Так. Скажи Давиду, пусть выяснит, кто там дорогу перебежал. Скорее всего, это Бергер, его почерк. Слушай, а у нас в договоре с Бергским фондом, у нас прописано, какая именно выставка должна пройти? Вроде нет. Они просто предоставляют нам площадку в определенные сроки. Я сейчас проверю. Давай. Люся, принеси, пожалуйста, договор с Бергским фондом и все приложения к нему. А, хорошо. То есть, подожди. То есть, получается, что для нас важен сам факт проведения выставки? Да, но она действительно должна иметь художественную ценность и вызвать определенный резонанс. Сейчас нам этот псих подходит идеально. Он, как назло, талантлив. Талант не извиняет самодурство и хамство. Нам нужен запасной вариант. Спасибо. У тебя есть предложение? Нет. Нет. Хотя… Подожди. Тут есть одна мыслишка. Ну вот видишь, здесь императрица, а над ней пас жезлов. Что это значит? Даже страшно подумать. Алло? Рита, здравствуйте. Это Борис. Да, я поняла. Только я прошу, не бросайте трубку, потому что нам нужно поговорить. Этот разговор очень важен, по крайней мере, для меня. Борис, вы не могли бы конкретнее сказать, что вам от меня нужно? Вы не удивляйтесь, но я хочу устроить выставку ваших кукол. Что? Я уверяю вас, ваши куклы – это произведение искусства. Я в этом немножко разбираюсь. Борис, мне, конечно, очень приятно, что вам все понравилось, но поверьте, мне сейчас не до выставок. Рита, я вас прошу, пожалуйста, вы вот так сразу не отказывайтесь. Мы же можем сделать, к примеру, выставку, аукцион, и среди творческих людей очень многие захотят дома иметь ваши куклы. Борис, вы знаете, у меня такое ощущение, что мы с вами говорим на разных языках. Мне, правда, сейчас не до выставок, не до аукционов. Я надеюсь, вы меня понимаете. Я понимаю. Но просто, может быть, наоборот, это вас как-то отвлечет? Ну и деньги, они лишними не бывают. Я очень тронута вашей заботой, но давайте я все-таки как-нибудь сама разберусь. Всего хорошего. До свидания. Ну и кто это? Да неважно. Похоже, уже никто. Так. Это был Борис Лужин? Да. И что он хотел? Встретиться? Нет, он хотел устроить мне выставку. Выставку чего? Кукол. Выставку из 3 кукол? Но он же не знает, сколько их у меня. Подожди. А откуда он вообще узнал про них? Ну, он приезжал ко мне домой и увидел их. Что? Лужин был у тебя дома, и ты мне об этом ничего не сказал? Да кто ты такая после этого? Свет, Свет, ну я последняя сволочь. Ну, пожалуйста, не обижайся. Но ты же прекрасно знаешь, сколько на меня сейчас свалилось. Свет, отвези меня домой, пожалуйста. А я тебе по дороге все расскажу, хорошо? Ладно, на первый раз прощаю. Долго думала, ты дома. А что случилось? Ничего не случилось, а я с чего ты взяла? Ну ладно, я пойду. Ты себя в зеркало видела, на тебе лица нет. Ритка, обещай завтра ко мне в гости на ужин. Да, нужно говорить. Ольга, если хочешь, тоже приходи. Не, не могу завтра, спасибо. Ну смотри, а то Ёська обещала что-то фантастическое там приготовить. Пока, девчонки. Пока. Ну, давай рассказывай, что случилось. Ты знаешь, мы, видимо, с папой расстаемся. Прикольно. Выключи, пожалуйста, спать хочется, мешает. прекратишь ворочаться сегодня. Ложись, спи. Решишь свои производственные проблемы и приходи. Можешь меня даже разбудить, если захочешь. Ну что, ты готова? Мы идем или нет? Макс, скажи мне. Мужику, чтобы самоутвердиться, обязательно быть сволочью? Ты что, не с той ноги встала? То все утро молчала, то теперь вдруг… Да не вдруг. Я просто хочу понять, что у вас в голове? Первобытный инстинкт рассеять свой драгоценный генофонд как можно больше, на остальное наплевать? Ну, тебе же хочется с другими, да? Слушай, не валяй дурака, я тебя люблю. Очень классная отмазка. Значит, тебя я люблю, а с остальными это так, для поддержания формы? С какими остальными? Что ты несешь? Да ты что, думаешь, я не вижу, как ты пространство сканируешь? У кого юбка покороче, у кого форма побольше? Так, все, я пошел. Разбирайся со своими тараканами сама. Вали отсюда, замес несчастный! Ну и пойду. Без тебя разберусь. Появились, как вы их называете, болваны. Да нет, спасибо, мне сейчас как-то не до болванов. Сама не знаю, зачем зашла. Наверное, просто по привычке. У вас что-то случилось? А что, это так заметно? Да если честно, то да. Потому что я никогда первым с покупателем не заговариваю, без их просьбы. Да, я знаю. Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь? Вряд ли. Это мои проблемы. Вы меня простите, пожалуйста, я просто сама не своя. А знаете, у меня есть одно универсальное средство от всех напастей. Да? Какое? Это общение. Общение с хорошим человеком. С вами? Нет, с вами. Не поняла. Ну, вы хороший человек. Я буду с вами общаться. И по мере нашего общения вы поймете, что делаете меня немножко счастливее. И как каждый нормальный человек, вы осознаете то, что создано на радость людям. Как Буратино? Как Буратино. Видите, вы уже начали улыбаться. А давайте мы с вами погуляем. Ну, давайте. Все равно народу в лавке нет. Я сейчас быстренько закрою. Надо помягче переходу. Вот здесь они яркие. Ну, нормально, слышно. Будто он не прокрашен. Ну, точно такой же, вот, на экране. Нет, мы здесь как-то плавно, здесь переход. Здравствуй, мониторе большой. Господи, Света, что ты здесь делаешь? Соскучилась по моему плюшевому медвежонку. Ладно, без меня дальше. Пойдем, отойдем. Слушай, Светулек, зачем ты пришла? Ты что? Ты не рад меня видеть? Нет, я рад, я очень рад, но я работаю, понимаешь? Что-нибудь случилось? Ничего не случилось. Я просто подумала, ну, раз ты работаешь в типографии, то сможешь мне помочь. Чем? Ты вот такую бумажку, ну, которая наклеивается, напечатать мне сможешь? Стикер, что ли? Ну, наверное, стикер. Но чтобы вот такого размера и чтобы как дорожный знак. Тебе-то зачем? Котик. Очень надо. Ладно. Ну, ладно, пойдем и что-нибудь придумаем. Да? Пойдем. У вас что, здесь уже своя машина? Нет, что вы. Наоборот. Когда я вижу, что иду по какому-то знакомому маршруту, я тут же поворачиваю в обратную сторону. Зачем? Чтобы не привыкать. Привычка, она притупляет чувства. Символ их любви и верности. Замок повесить, а ключ выбросить. Да. Представляю, сколько этих пар уже давно не вместе. А эти дурацкие замки все висят. А вы знаете, эта традиция пошла из Рима. Там на мосту Понте Нельвие над Тибром. От тяжести таких вот замков рухнул фонарный столб. Не выдержал бремя любви? Да нет, он просто был ржавый. Вы есть хотите? Да нет, не очень. А я знаю одно потрясающее кафе, где готовят изумительный шашлык. От одного запаха у вас появится аппетит. Пойдемте? Ну, пойдемте. Здесь совсем недалеко. Как раз пройдемся, подышим свежим воздухом. Вам здесь нравится? Честно говоря, не ожидал. Даже как-то настроение улучшилось. Я не удивляюсь. Вы знаете, напрасно люди считают еду низменным удовольствием. Потому что хорошо приготовленное, а главное, вовремя съеденное блюдо, оно же приносит позитивную энергетику. И помимо какого-то физического насыщения, наступает духовное обновление. Ну, хорошо, а как же тогда посты, индийские йоги? Ну, это все только подтверждает мою теорию. Все постящиеся и йоги, они же едят только ту пищу, которая нужна им. И в правильное для них время. А в данном случае нам помогает этот шашлык. Вот уж не предполагала, что кусок мяса может совершить такую чудо. Ну, это не просто кусок мяса, а правильно сделанный и в правильном месте. Вы же приходите именно ко мне покупать материалы для кукол, Хотя существует куча специализированных магазинов, и выбор там гораздо больше. Тут дело в другом. Вы вот никогда не задумывались, почему на большинстве кукол одежда смотрится неестественно? Не знаю. Может быть, это из-за размера? А вот и нет. Это из-за пропорции рисунка и швов. Ну, стяжки в швах еще можно сделать мельче. А вот рисунок на большинстве тканей, он рассчитан на пропорции взрослого человека. Поэтому на маленьких объемах он смотрится неестественно. Вот мне и приходится искать в магазинах материал с мелким рисунком. А у вас всегда есть что-то необычное. Я стараюсь. А куклы? То же самое. В магазине игрушек в основном куклы все с детскими пропорциями. Ну а шить одежду на Барби мне неинтересно. Понятно. Здрасте, Борис Игоревич. Здрасте. Борис Игоревич, вам тут счета из бухгалтерии прислали, но они просили, чтобы вы рассмотрели… Я лучше мельком сказал, не сейчас! Господи, простите. Люся, мне ради бога, извините. Я правда с этой выставкой, ну, просто сам не свой стал. Простите, бога ради. Знаете, у меня была мечта. Я что-то хотел сделать наподобие музея кукол. Почему именно кукол? Ну, в них сохранилось какое-то детство. Чистота, невинность. В них нет тяжелой серьезности, а значит, нет фальши. Скажите, а где можно увидеть ваши работы? Ну что вы, я их даже из дома никогда не вносила. Жаль. Мне просто очень интересно посмотреть, что вы делаете из этих лоскуточков, которые вы у меня берете. А знаете что? Я вас приглашаю к себе в гости. Ой. Когда? А хоть прямо сейчас. Неожиданно как-то. Для меня это самой все неожиданно. Ну что ж, значит, сегодня день такой. День неожиданностей. Понимаете, мне необходимо увидеться с вашим шефом. Это очень важно для него. Одну секундочку. Я вам еще раз повторяю. Если у вас есть какое-то конкретное предложение, оставьте мне свои материалы, Борис Игоревич их обязательно рассмотрит, и мы с вами свяжемся. Мне нужно увидеться с ним лично. Да. У нас все уже готово. Я передам. Да, спасибо. До свидания. Девушка, вы себе представляете, сколько человек хочет увидеться с ним лично? И каждый считает, что он самый талантливый, и его работа просто жизненно необходимо ложь. Нет у меня никаких работ. Ну так тем более. Ну, точнее, они есть, но не у меня. А если вы чей-то агент, вам не мешало хотя бы завести портфолио своего клиента? Послушайте, если вы меня сейчас же не пропустите, вам придется самой собирать портфолио, чтобы искать другую работу. Борис Игоревич, подпишите, пожалуйста. Скажите, вот это был Лужин? Ну, да. Борис Игоревич! Подождите секундочку. Что случилось? Вам что, плохо? Нет, ничего. Так, может, мне скорую вызвать? Сейчас пройдет. Ой, не надо. Ой. Спасибо. Лучше выслушайте меня. Так, смотрите, вы что, этот спектакль устроили, чтобы со мной просто поговорить? Ну, талантливо. Только у меня не актерское агентство. Да ничего я не разыгрываю. А поговорить я с вами хочу не о себе, а о Маргарите Полянской. А кто это? О Маргарите Полянской. Вы предложили ей выставить своих кукол, а она отказалась. Да, откуда у вас такая осведомленность? Я ее близкая подруга. Понимаете, она сейчас сама не своя, у нее трудный период в жизни. Позвоните ей еще раз, уговорите ее на эту выставку. Ну как я ей позвоню? Ну как я ее уговорю, если она не хочет? Может быть, ей сейчас просто это не нужно? Да надо ей, очень надо. Ну, просто не вовремя сейчас все это. Да и кукол этих у нее сейчас пока только 3. Сколько? 3. Что же она сама-то мне про это не сказала? Ну вот же я и говорю, что она сама не своя. Но у нее куча эскизов, готовые выкройки. Я сама видела. Она все сделает, она может. Вы знаете, из вас получился бы очень хороший агент. Да, ваша секретарша другого мнения. Ну так что, вы позвоните ей? Вас как зовут? Вы не представитесь? Светлана. Светлана. Меня зовут Борис. Очень приятно. Очень приятно. Хорошо, подумаю. Да что тут думать-то? Свет, как опытный арт-дилер могу вам сказать, что у собеседника нужно всегда оставлять ощущение о самостоятельно принятом решении. Как будто он ее принял сам, без давления. Понимаете? В общем, наверное, да. Ну да. Ну вот, собственно, и все. Эти две уже готовы, а это еще пока в работе. Потрясающе. Прям сказка. А это что, все вручную, что ли? Ну, конечно. Это же очень мелкая работа, а на машинке такого не сделаешь. Маргарита, я… Не знаю, как вас по отчеству. Перестань. Рита, и можно на ты. Рита, ты гений. Ну какой я гений? Это ж просто игрушки. Нет, это не просто игрушки. Во-первых, они мастерски сделаны. А поверь мне, в этом я разбираюсь. А потом в них есть душа. Они живые. Прошу. Спасибо. Ну так вот, Галина Николаевна. Здрасте. Культурная программа, как обычно, на вас. Хорошо. Насытьте ее максимально. Ну там, Третьяковка, Большой театр, Кремль. На день можете свозить их в Питер. Угу. Что там, Эрмитаж, хорошо. Петродворец, да? Да. Мне нужно, чтобы к переговорам они еле ноги волочат. Хорошо? Хорошо. Конечно, Анатолий Владимирович, не в первый раз. Ну, приступайте. Что? Что случилось? Моя помощь нужна? Нет, спасибо, я сам справлюсь. Всего доброго. Посмотри, как счастлива эта невеста. Счастлива. Я, наверное, что-то не то сказал? Нет, нет, ничего. Все нормально. А для этой японки у меня есть шикарный шелк. Ты такого еще не видела? Да. Малайский. Там, на Суматре, одна семейная фирма. У них и шелкопрядь какая-то особая, и нити ручного прядения. Окраска, знаешь, у них с коры местного дерева, цвета невообразимого. Здорово. Прости, пожалуйста. Да? Ты что, а? Ты что себе позволяешь? Ты что, с ума сошла? Послушай, я в таком тоне с тобой разговаривать не буду. Хорошо. Я сейчас приеду. Я, наверное, пойду. Спасибо, что показали мне эту красоту. Игорь, если у тебя, конечно, есть время, ты не мог бы меня подождать, и я сейчас быстро соберусь и выйдем вместе. Хорошо. Давай. Значит, есть одна идея, пока это в качестве бреда, но мне необходимо понимать, осуществим этот бред в принципе или нет? Начало интригующее. Мы все во внимании. Это касается грядущей выставки? Да. Мне нужна команда профессионалов. Киношники, пиар, такелажники. Не угадал. Мне нужна команда людей, которые за короткий срок по эскизам художника сделают коллекцию артхаусных кукол. Кукол? Именно кукол. Ха, вот уж удивил. А какие сроки? Ну, сроки минимальные, но пока мне необходимо просто понимать, возможно ли это в принципе. И сколько нужно этих кукол сделать? Ну, я думаю, где-то порядка 30. Если мы в корне меняем тематику выставки, а я это так понимаю, нам необходима дополнительная информационная поддержка. Так, Давид. Ты давай пока не беги впереди паровоза, ладно? Я просто ищу запасной вариант. Задача понятна? В принципе, да. Ну, выполняйте. И завтра мне нужен от вас ответ. Просто да или нет. Свободно. Спасибо, до свидания. До свидания. Ты все-таки решил заняться куклами. Слушай, ну, если хочешь подразнить меня девчонкой, ты опоздал лет на 40. И потом в нашей среде это звание даже почетно. Я тебе, конечно, доверяю, но сейчас твои личные отношения могут повлиять на наш бизнес. Это не личные отношения. Борь, я ж тебя знаю. Хорошо. Это не только личные отношения. Вот. Вот смотри. Артхаусные куклы стоят так же, как живопись. А выставка в Амстердаме собрала не меньше народу, чем Венская биеннале. Откуда ты вообще взял, что куклы это их самые… Маргариты Полянской. Да, Полянская, настолько хороши. Ты видел одну, и то мельком. Но вот тут тебе придется довериться моему чутью. Ее никто не знает. Ой, решай сам. Вот именно. Взял только самые необходимые. Проходи, располагайся, только шмотки мои не по мне. А ты мне не поможешь? Подожди, у меня ногти еще не высохли. А ты на работу идешь сегодня? Не знаю, надо созвониться. Пойдем сегодня в кул. Куда? Это на Берсеневской такое самое актуальное место сейчас. Вряд ли. Я еще хотел поработать. Ну смотри, мы с друзьями туда собираемся. Я думаю, часам к 10 тоже буду. Была бы не против тебя им представить. Смотри, Толь. Смотри, красиво? Красиво у меня получилось? Мне кажется, что у меня даже лучше, чем в салоне красоты получается. Несомненно. А ты что делаешь? Ты знаешь, я переночую, наверное, сегодня в гостинице. Тем более, что у тебя сегодня мероприятие. Так, понятно. Что понятно? Ты что думаешь, я у тебя всегда перевалочным пунктом буду? Сначала к жене, потом ко мне, потом там все устаканится. И снова тихое семейное гнездышко. А я по расписанию опять. Не так, что ли? Ты знаешь, а вали-ка ты отсюда, а? Такой приходящий любовник мне даром не нужен. Километры таких стоят. Вали, дорогой, вали, понимаешь? И больше не приходи. Все, ребят, больше не могу. Сейчас лопну. Не, ну давай еще кусочек курочки. Ты ж почти ничего не съела. Смотри, Оси, какая ножка. Нет. Судя по тому, сколько я съела ножек этой курочки, это не курочка, а сороконожка. Нет, правда, все очень вкусно, все замечательно, но я правда не могу больше. Йось, не приставай, мы оценили твои кулинарные шедевры. А если ты сваришь нам еще свой фирменный чай, то цены тебе вообще не будет. Я в следующий раз все куплю в кулинарии. Зачем стараться, если вы все равно ничего не едите? Да ты с ума сошел, я такой вкуснятины вообще нигде не ела, только у вас. Давайте выпьем за великого шеф-повара и чудесного мужа. Ладно, так и быть. Приготовлю для вас мой фирменный чай с моим эксклюзивным бальзамом. Как скажешь, дорогой. Ну, как ты? Да, ничего, нормально. Ты знаешь, Толя звонил? Какой-то сам не свой, наорал на меня почему-то. Ёсенька, милый, а давай чай мы немножко попозже, а? Ну, все понял. Пойду посмотрю новости. Видишь, какой у тебя чуткий? Ты у меня самый лучший. Ну, значит, его проняло. В смысле? А я ему на машину наклейку прилепила. С подробной надписью, кто он есть на самом деле. Свет. Рита, зло безнаказанным оставаться не должно. Ничего. Пускай его коллеги узнают, с кем работают. Что ты там хоть написала-то? Водитель этой машины изменяет жене. Он лицемер и подлец. Господи. Сама это придумала? Ну, конечно, сама. Молодец. Ну что, я так думаю, тебя все-таки когда-нибудь заберут в милицию с твоими выходками. Полицию. Ничего, за правду я готова пострадать. Ладно, лучше расскажи мне, как ты день-то провела. Не хандрила? Да вроде нормально все. Знаешь, даже с одним интересным человеком познакомилась. Круто. Вот не ожидала. Ну, у тебя и скорости, подруга, а? Да уж. В тихом умуте. Свет, ну это совсем не то, что ты подумала. Так а что я такого подумала? А несложно догадаться. У тебя на уме-то одно все время. Мне с ним просто было комфортно, понимаешь? Как с другом. Но это же… Не как с мужчиной. Всегда так сначала. Ну прекрати, Свет, ну… Тут даже разговаривать не о чем. Но вот ощущение такое, что мы знакомы с ним, ну, 1000 лет, и все. Хорошо, хорошо. А где ты взяла этого друга-то? Он хозяин лавочки, в которой я все время покупала материалы, болваны для кукол. А раньше ты его там не видела? Раньше я его там видела. Поэтому ощущение такое, что давно знакомо. Ну что ж, сейчас все события на нашем стадионе развиваются в центре поля. Стремительно. А, кстати, о куклах. Ты не хочешь позвонить Лужину? Зачем? Ну, по поводу выставки. Ну, раз депрессия тебя покинула, может быть, все-таки стоит этим заняться? Свет, ну чем заняться? У меня всего 3 модели. Какая выставка? Ну ты подожди, подожди. Ты сначала узнаешь, что он конкретно предлагает, а потом уже будешь принимать решение. Ну, пока расскажи мне, как ты проводила время с этим. Как, кстати, там его зовут? Зовут его Игорь. С Игорем. Девчонки, чай не пора? Подожди, солнышко. А что, новости уже закончились? Пойду посмотрю прогноз погоды. Ну, говори. И тогда мы меняем вот этот маленький прыщок на вот этот большой. Алло, Рит? Это Игорь. Я не поздно? Да нет, я еще даже до дома не добралась. Подтверждала твою теорию о благотворном влиянии пищи на духовное состояние. Ну и как, подтвердила? Ну, судя по количеству съеденного, я сейчас нахожусь в нирване. Завидую. Слушай, я тут на складе покопался и нашел кое-что интересное. Помнишь, мы с тобой говорили о грубой фактуре, но с мелкой проработкой? Да, помню. Так вот, я нашел несколько оттенков серого. Здорово. Слушай, я буду завтра часов в 10 в твоих краях. Я могу заехать. Хорошо. Прости, пожалуйста, у меня 2-я линия, я должна ответить. Конечно. До завтра. До завтра. Да. Рита, здравствуйте. Ради бога, извините, что я вас встревожу. Это снова неугомонный Борис Лужин. Мы, по-моему, с вами обо всем уже договорились. Я совершенно не умею с людьми разговаривать. По телефону я все время несу какую-то ахинею, потом самому же стыдно чувствовать себя полным идиотом. Я вас прошу, пожалуйста, дайте мне еще один шанс. Я могу подъехать к вам в любое время. Нет, ко мне не надо. Хорошо, как вам удобно. Может быть, вы сможете ко мне завтра в офис приехать? В какое время? Я не знаю, но... Ну, давайте часов 12. Огромное вам спасибо. Тогда я пришлю за вами машину. Нет, я сама доберусь. Хорошо, как вы скажете, так оно и будет. Адрес офиса есть у меня на визитке, а вас внизу встретят и ко мне уже проводят. Хорошо, до свидания. Спасибо огромное. Еще раз извините, что беспокою. Я буду завтра очень вас ждать. Спасибо.